вітаємо! В ефірі розмова на тему. Щойно у Миколаєві відбулись дні грузинської культури. Ми бачили чудовий концерт з грузинським колоритом. Могли скуштувати грузинські смаколики, бачили чудову фотовиставку. І у навчальних закладах також відбувалися цікаві зустрічі, події з представниками грузинської діаспори. І дуже так приємно, що всі ці такі національні колоритні речі не завершуються, адже ми вступаємо в інший період. Період дуже важливий для всіх слов'ян – це коли ми святкуємо дні слов'янської культури та писемності. В Миколаєві розпочинаються цікаві заходи, про них ми поговоримо трохи згодом. І хочу так із приємністю, величезною радістю представити наших сьогоднішніх гостей, представників народу Кирила та Мефодія, болгар миколаївських. А саме Анатолій Волчо, голова Болгарського культурно-просвітницького центру «Тирновка», і Олена Данилова та Єлизавета Пономар, солістки ансамблю болгарської пісні «Чучулицькі». Такі чучулички, легендарні дівчатка сьогодні у нас в студії, такі дуже колоритні, яскраві, красиві, і в костюмах, і в будь-якому одязі. Дуже видно таких красивих дівчат. Ну, перше, про що я хочу попросити, це проанонсувати події, які будуть відбуватися до Дня болгарської культури, болгарської, сказала так, слов'янської культури та писемності, адже болгари все ж таки це такий номер один, так, у нас така, так, люди, які знають, як святкувати, що розповідати, адже з Кирилом та Мефодієм, болгари, з яких все розпочалося, завдяки яким ми говоримо і пишемо, і вивчаємо слов'янські мови зараз. Отже, коротко, для наших глядачів, що буде відбуватися цими днями, що таке яскраво можна побачити? Звичайно, що все перерахувати дуже складно, але такі основні події, які будуть? Дійсно, праздник обіцяє бути ярким, ми зробимо для цього все. От нас залежить 24 числа, 24 мая, це День слов'янської письменності і культури. В Терновці, на центральній площі мікрорайону, в 11 часов дня будет концерт, посвященный этому празднику. Будем отмечать, праздновать, веселиться. Приедут гости, различные гости. Об этом немножко, я думаю, позже поговорим. И в рамках празднования 24, в рамках городских празднований этого дня 28 числа, 28 мая в институте имени Сухомлинского Рада национальных меньшин города Николаева и областным управлением культуры, национальности и религии города Николаева будет проводиться областной гала-концерт в 14.00, куда тоже всех приглашаем, где мы тоже будем выступать. Два таких основных события, и действительно мы о них потом чуть позже поговорим. Сейчас очень не терпится мне рассказать нашим зрителям о том, что недавно наши болгары вернулись из очередного такого чудесного путешествия, потому что путешествие в Болгарию – это уже традиция для Тырновки. И вот очередной раз вернулись, и вот в таких костюмах еще, и не просто так, потому что еще, наверное, вот настроение не прошло, еще не выветрился этот победный дух, потому что вернулись не с пустыми руками, это не просто путешествие, это участие в конкурсе, да? Расскажите, пожалуйста, подробнее, потому что очень хочется услышать все детали, как всегда. Праздник этот, это фестиваль, международный фольклорный фестиваль, он проводится уже 12-й год в Болгарии, я его называю праздником не случайно, потому что это действительно праздник, праздник объединения всех болгар, собираются болгарские диаспоры всего мира. Это и македонские болгары, и румынские, и турецкие, и молдавские, и, естественно, украинские, потому что украинская диаспора болгарская самая большая в мире. Нас более 200 тысяч только по официальной переписи. В этом году мы ездили двумя автобусами, нас было 140 человек. То есть каждым годом наш поезд растет. Появляются новые друзья, новые коллективы. В этом году это послужило прямым доказательством тому, что... Ну, очень большая делегация была, ее организовывала Всеукраинская ассамблея болгар Украины во главе с Дорой Ивановной Костовой. Это город Одесса, естественно, наше средоточие болгарского духа, болгарской диаспоры Украины, можно сказать, столица болгар Украины. Наш Терновку, именно конкретно, наш микрорайон представляли коллективы «Чучулички», вот девочки, представители этого ансамбля. С самых первых дней они с нами. Благодаря ним мы очень многое уже и выиграли, и познали, и побывали где.
Они у нас очень активные, очень певучие, не зря мы их жаворонками назвали, ранние пташки. Коллектив этот действует на базе нашего культурного центра «Тырновка». И также с нами ездил коллектив «Харо», это тоже уже известный довольно-таки коллектив болгарского народного танца, действующий на базе Терновского ДК, художественный руководитель Светлана Уманец. Мы совместно сделали программу из трех номеров. У нас было две песни, это «Хубава Самой Гору», фактически неофициальный гимн Болгарии, который почитается в Болгарии, можно сказать, даже более официального гимна, и наша терновская песня «Долнуто кладенче». Девочки сейчас поют из нее немножко позже отрывок. Очень колоритная песня, любимая всеми нашими терновчанами, свадебная песня. Мы со Светланой Юрьевной организовали так выступление, что сделали каждой песне, Светлана Юрьевна со своим коллективом сделала подтанцовки. То есть получился такой комплексный номер, очень яркий, тоже, я думаю, сегодня вы еще сможете, дорогие зрители, это все увидеть. Выступили мы самые первые выступили, первых, как всегда, как говорят, запоминают лучше всего, тоже хорошо, конечно. Начали, мы открыли фестиваль, начали песней «Долнуто кладенче», потом «Огненно хоро», это была музыкальная композиция, которую танцевал ансамбль «Хоро». И наша терновская и «Хубава Самой Гору». И мы попали, нас сразу же заметили жюри. Елена Огнянова, это главный фольклорист Болгарии. Там очень такое колоритное жюри. Она меня позвала, спросила, как вы вообще додумались сделать такую постановку песни. Эта песня благодаря Лидии Теофилине Кравченко, нашему бывшему директору ДК. Это ее была задумка. Она ее очень интересно поставила с речитативом в начале песни, которую я исполняю. И в Болгарии эта песня уже 142 года исполняется, но они мне позвали, говорят, как вы до этого думались? Мы 142 года уже поем эту песню, каждый уважающий себя певец считает честью петь эту песню, но никто до сих пор не придумал такой постановки. Я говорю, ну мы же болгары, люди творческие. И я уже тогда понимал, что наши дела хорошо идут. Нас вечером выставили, естественно, на гала-концерт пригласили. Праздник этот проходит 12-й раз уже, каждый год туда проезжают коллективы, да, я уже говорил, со всего мира, и вечером на гала-концерте выступают знаменитые певцы Болгарии. Приглашаются Илья Луков, организатор этого фестиваля, это народный певец Болгарии. Он нас тоже лично подходил, хвалил, что нам очень приятно. Понятно, что это было не просто так, лишь бы сказать. Он сам меня нашел, подошел и очень нас хвалил. Он приглашает знаменитых певцов, и вечером на площади устраивается хоро. Найдылгу хоро. По-русски это будет, ну, самое длинное хоро. На площади несколько тысяч человек собираются, берутся за руки и танцуют хоро. Это очень, конечно, такое... Хоро, я перебью, это танец, да, болгарский, да? Да, это болгарский народный танец. Существует очень много разновидностей этого танца. В каждой этнографической области есть свои хора. Очень много их. Ну, вообще, болгарский фольклор очень богатый. В принципе, признан, особенно песенный, признан самым богатым в мире. Потому что когда-то болгаров не было возможности писать свою историю, они все это выражали в песнях. Поэтому фактически в каждом селе по несколько сотен песен, которых нет в других селах, понимаете, то есть в которых рассказывается история народа. Конкретные события, праздники, печали и так далее, и так далее, и так далее. Все это рассказывалось устно и песенном творчестве выражалось. Да, это... Я смотрю, что есть желание столько всего рассказывать, просто да, такая технология выстроилась. Мысли одна за одной, хочется рассказать все. Это видно, я, если можно, еще немножко девочек поспрашиваю, потому конечно. Что организатор всегда отмечает, вернее, руководитель всегда отмечает какие-то такие моменты, вот чисто организационные, да, такие вот четко подмеченные. А вот эмоции больше у участников, да? Девочки, ваши эмоции, как вот вы уже. Вот Анатолий говорил, вы же опытные такие, да? Птички певчие, вы уже имеете вот такой вот гастролирующий опыт, да, участие в конкурсе и так далее. Ну вот, ну как по мне, да, поехать на вот историческую родину и там исполнить на свой страх и риск, потому что здесь все по-своему, да, здесь уже какая-то ассимиляция произошла, что-то вот уже как-то интерпретировалось немножко. И тем не менее, я думаю, что, наверное, это трепетно, очень волнительно для вас.
якось, да, вот очень. Расскажите, насколько... Несмотря на то, что уже третий раз мы на этом фестивале выступаем. И второй раз привозим уже кубок. Награду, и, да. Да, награды второй раз. Ну, расскажите, чего боялись и какие вот страхи не оправдались, потому что я вижу по грамотам, что не оправдались эти страхи. Ну, сделана такая колоссальная работа, не хотелось подвести в первую очередь руководителей. Да. И себя подвести не хотелось, потому что это шились костюмы, это писались фонограммы, учились слова, танцы. И вот приехать и не получить награду, это уже позор был бы на весь год до дальнейшего конкурса. Да, и очень страшно было, что, ну, как бы мы исполняем песню вживую, и что-то не так сказать. То есть мы учим это по-своему, как бы, а у них чуть-чуть по-другому, может, там, произношение. И очень был страх большой что-то неправильно сказать, что-то неправильно спеть, что нас не поймут. Вот, и движение, вот у нас очень много... У нас очень много, так скажем, когда поют руками, то есть показывают весь колорит песни, а у них руки, ну, при себе ровненько, и вот это вот держание рук, и думаешь, боже, нет, руки должны стоять, и уже не так, как уже... А душа просит. Да, душа просит. Делать. Да, и вот это, вот, наверное, было самое тяжелое, но, тем не менее, нас воспринимали очень хорошо. То есть публика приятная и простая. Вот, очень простая. Ведущий общается со своим зрителем как наравне, как сидит за одним столом и просто общается. Ты не понимаешь, где ведущий, где зритель, где да. кто-то со звезд приехал. Ты ходишь, видишь, Илья Луков стоит, ходишь, там еще кто-то да. с жюри ходит, поздоровался, поговорил. Не видно разницы между категорией зрителей да. и категорией знаменитых людей. Это очень сближает. Ну, наверняка уже, да, наше поколение и предыдущее поколение накормлены такой дистанцией да. Между организаторами, звездами, народом и так далее. Теперь действительно все выходят народ. Все да, все видят. Просто очень близко общаются, и нет такого, что вот я звезда, а ты там, ну, просто приехал. То есть... А ты звездная пыль, да? Да, да, что-то вроде этого. То есть все простые, очень приятно было как бы выступать на сцене, и очень приятно было общаться. По семейному, так можно сказать. Расскажите мне... Песню, которую вы возили, эта песня уже такая у вас, такая вот, не скажу звездная, чтобы не повторяться, да, хочется сказать, эта песня уже знаменитая довольно, и уже не первый раз вы ее так опробовали, да, вот, в концертной деятельности. И почему, вот как вы считаете, в чем успех этой песни, почему она так долго живет и она, любит ее? Вот, она уникальна. Она уникальна, да. И в нее вложено очень много сил и души. И работа колоссальная над ней произошла. Толик, вот, он делал минусовку для нас, специально ее писали. Слова. Мы слова, мы подбирали голоса. Очень большая работа, и она сделана с любовью. И, наверное, любая работа, которая сделана с любовью, она приносит успех и нравится людям. Люди это чувствуют. Вот, и поэтому, наверное, она так и живет в нашем Алиле. И в подтверждение того, что сказала Алена, того, что насколько это было с любовью сделано, искренне, открыто, как люди это почувствовали. К нам просто подошли люди, которых мы первый раз видели, болгары местные, представились, это представители общественной организации, и пригласили нас уже на июль месяц на очередной собор в горы, в Болгарию, сказали, что оплатят нам фактически все. Только вот эту одну песню привезите нам. То есть вот показатель того, что работа все-таки действительно колоссальная, это не пустые слова. Мне очень рада, что когда мы готовились к этой программе, я спросила, могут ли наши болгары исполнить фрагмент песни, да, вот для наших зрителей чисто, вот без мозгового сопровождения, только голоса, только глаза, только вот лица, ваши эмоции. И легко сказать, конечно, никому уговаривать не пришлось, это так всегда приятно, потому что по-настоящему творческие люди, с них просто это в любой момент можно попросить, и это все идет от души, от сердца, да, даже не голосовые связки. Да. Здесь присутствует. А вот именно душа. А что вы хотите нашим зрителям, вот сказал Анатолий, да, что это свадебная песня. Да, да? Она довольно-то кладенчая. О чем эта песня? Хоть не понимаю, свадебная, но в свадьбах разным говорят. Толик, расскажи ты. Эта свадьба более, так скажем так, свадьба состоит из нескольких этапов. Есть сватание, есть, как это правильно... Ну, непосредственно церемония, да? Да, знакомство, да, да. с родителями, с семьей. Да, то есть это фактически идет сюжет песни о том, что как девушка пошла вечером за водой на колодец, и ее встретил там парень, и она ему понравилась. Love story. Да, да, да. Она побежала от скромности своей от него, он ей кричит, куда же ты бежишь, я был уже дома, с твоими родителями разговаривал. Все выглядывал, тебя какая ты красивая, жду тебя. Ну, то есть, ну, сватание, это песня, обряд сватания фактически. То есть осознание того, что уже все предрешено. Да, все уже решили. Девушки, я вас слушаю. И зрители наши слышат, зато я дыхаю.
на счет три, да? Так, раз, раз, два, два, три. Снож ты у тебя хмалили, малили, на давно то кладинче, кладинче. Там заварі хмалили, малили, едно малко момиче, момиче. Еще хотим! Еще хотим! Едно малко момиче, момиче, едно тинко гаргинче, гаргинче, на бялкаман стояше, стояше, бяло лице мияше, мияше. Ну, здорово, спасибо. Спасибо зрителям. Такой вот секрет, потому что договаривались петь только один куплет, а я вот девочек раскрутила еще на один. Приезжайте 24-го к нам в Терновку, услышите ее всю. И увидите ее потанцевать. И танец. Да, очень ну, красиво. На самом деле, действительно, приятно слушать и очень приятно на вас смотреть, когда вы это поете. Очень красивые лица, красивые голоса, прекрасно это все льется. Ну, что тут сделаешь? Ну, народное творчество, да. Творчество людей, не хочу обидеть сейчас профессионалов, они великолепны, но когда люди, занимаясь, живя какими-то другими вещами, собираются вместе и создают искусство, вот это вот действительно это вот похоже на чудо. Поэтому вот очень-очень большую любовь, конечно, все нас испытывают вот к такому народному творчеству, да, вот, да. Аматорскому говорят, да, но это, наверное, комплимент, потому что люди, которые посвящают часть своей жизни, находят время для творчества, для душевных занятий, они другие, они выше многих таких бытовых вещей. Я хочу немножко оттянуть вот такой вот, одна изюминка у нас была, да, оттянуть немножко другую изюминку, и хочу спросить о том, что недавно в болгарское общество очень активную деятельность ведет. Недавно несколько таких интересных проектов у вас было, несколько таких мероприятий. Что это были за мероприятия? Это были тоже путешествия, или это сюда кто-то приезжал? Что-то вот расскажите об этом. Ну, этот год не очень простой, скажем так. Начался он, конечно, у нас ярко. Не сказать об этом нельзя. Это наш старый Новый год. Ну, за счет сноски в этих 13 дней, когда-то календарь поменяли, наши болгары так, Новый год так и празднуют на старый Новый год по современному ладу. Это праздник Сурва, мы его очень ярко празднуем каждый год, уже тоже это традиция, в принципе. В этом году мы его тоже очень ярко отпраздновали. И ну, в основном у нас были больше выездные мероприятия. Мы очень много ездили, путешествовали в этом году по Бессарабии. Ездили в села, в ту же Кулевчу, не первый раз уже ездим, где у нас хорошие партнеры и друзья. Очень хорошие связи появились, тоже активная и талантливая молодежь. Есть там музей, болгарский двор, фактически этнографический комплекс. Вот они сейчас к нам приедут тоже на 24 число, мы их пригласили, они приедут, там и вокалисты будут, и представители музея. Были и в Дмитровке, этот Тарбунарский район, на открытие тоже, не на открытие, на празднование годовщины центра, как раз на 3 марта мы ездили туда на День освобождения тоже на концерт. Ну, по музею. Сейчас в основном у нас идет упор на музей, потому что 24 число на носу, надо открыться обязательно, это вопрос чести. И сейчас просто вся Терновка бурлит, у нас очень активно сейчас идет ремонт в музее. Просто каждый день какие-то новые люди приходят, потому что не могут одни и те же люди каждый день его делать. И вот кто когда может, с работы там бросают свои семейные дела, как-то выкраивают время, красим, шпаклюем, белим, моем. То есть, ну, чисто вот народный музей, народными руками, народными усилиями приводится сейчас чувство. Ну, радует то, что действительно люди приходят, и никто никого не заставляет, никто не требует ничего, да, люди приходят, откладывают, да. Семья понимает, да, что сейчас вот время нужно уделить. Семьями приходят. Ну, им это интересно, вот, в большей степени. Как бы помогают сказать. Деньгами, кто чем может, да. Вот кто-то деньгами, кто-то трудом, кто-то, у кого-то дизайнерская идея какая-то пришел, подсказал что-то интересное, креативное, то есть... Такой коллективный труд, меджія, как у нас в Терновке говорят, это толока по-украински, коли збираються усі купом і роблять щось корисне для свого сусіда или там родича. Ну, вот это здорово. Да. Вот такое вот единение, когда смешиваются не только нации, да, но и желания людей, и возможности людей. Это здорово. И сейчас вот, возвращаясь вот к болгарским праздничным конкурсным дням, хочется зрителям нашим предложить небольшой фотоотчет, как вы путешествовали, как вы побеждали, как вы выступали. Потом мы вернемся, еще есть о чем поговорить. Thank you.
И вот продолжая с последнего кадра, да, вот последней фотографии, там держались вот такие награды, держались вот такие вот грамоты, очень-очень-очень трепетные для вас, важные для вас. Не сразу я поняла, что написано болгарский, потому что действительно наши славянские языки очень-очень похожи. И вот кубок такой красивый стоит, как лучи солнца восходящего, такое вот замечательное. И все это, я понимаю, что это трогали все, наверное, да, радовались. Обнимали, целовали, все очень фотографировались. Ну, это действительно такие замечательные вещи, без которых никак нельзя обходиться в своем творчестве. Всегда должны мы получать какие-то галочки, плюсики, да, за то, что мы что-то сделали. Потому что это важно для нас, в первую очередь, что все не зря. Нам да. Не только удовольствие, но еще и признание. Это показатель роста какой-то, я думаю, тоже в то же время. Потому что первый год мы только грамоты привезли. В прошлом году уже выиграли кубок, и в этом году тоже. Кубок. Ну, будем надеяться, в следующем году, может, что-то нам уже лучше подарит. Еще круче что-то появится. Домик Болгарии. Да. Маленькая дача для болгарского общества Николаевского. Да. Ну, скромно. Понимаю. И я хотела бы, у нас осталось немного времени, буквально пару минут, чтобы еще раз вы рассказали о мероприятии, которое, мы говорили, 28-го будет гала-концерт большой, но 24-го... Да, в университете Сухомлинского, но 24-го будет в Терновке событие, да, вот. И еще раз напомните зрителям, и как можно туда, во сколько, что увидеть, и вот так, такие странные вопросы задала, но вы поняли. Хорошие вопросы, нужные, работу надо показывать, тем более, что надо пригласить как можно больше людей, количество людей охватить, и где, как не на вашем телевидении, это сделать. Поэтому я приглашаю всех терновчан, жителей города, естественно, гостей, всех, кто нас сейчас может увидеть. Праздник будет, мы постараемся, праздник будет на высшем уровне. Будет открытие музея, естественно, об этом я уже говорил. Будут представители из других болгарских сел, коллективы будут. Пока не буду говорить, какие это, пускай это будет маленьким секретным сюрпризом, но вам всем понравится. Пригласили мы общество «Другие Николаевские национальных меньшин». Естественно, будет кухня болгарская представлена, вот. Обязательно, куда же без баницы, без зелника, без тупканика. Все это сейчас идет, усиленная подготовка, у каждого своя часть работы, каждый член общества и в общем общины имеет свои ангажементы, как говорят болгары, обязательства. Идет усиленная подготовка, будет, помимо всего этого, будет выставка подделок народных умельцев. Наша музыкальная школа будет в этом принимать участие не только с художественными номерами, но также и со своими подделками. Да. Библиотека, естественно, наша участвует, они очень активны, они сейчас помогают и сценарии писать, они у нас во всех мероприятиях культурных, это такое своего рода сосредоточие тоже. Там хороший коллектив, очень дружный, Мария Михайловна Хлыбова, директор «Болгарка», она очень активная, девочки все под ее началом, очень-очень такой, мы очень, в очень тесной связке работаем со всеми, в принципе, терновскими заведениями, не только терновскими, поэтому ну, все будет на высшем уровне, я вам обещаю, приезжайте к нам, не пожалеете. Хотите, будет весело, вкусно будет и весело, интересно. Да, конечно же, да, да, да. Вот ни капельки не сомневаюсь. И на этой ноте я хочу завершить наш эфир и начать этот финал нашего эфира с благодарностью за то, что вы пришли к нам в студию. И даже если бы вы ничего не привезли, но этого не могло быть, неважно, все равно мы были бы рады вас видеть, рады были вас слышать, созерцать и узнавать про ваши успехи, потому что, ну, это чувство, наверное, патриотизма и гордости за то, что люди, несмотря на какие-то свои исторические принадлежности к другим корням, они являются вот такими славными представителями все-таки нашей земли, да, Украины, Николаевской области, и с гордостью несут вот это вот звание, объединяют все это, ассимилируется, все это очень красиво смешивается, потому что все-таки, когда есть дружба, когда есть любовь, то национальность просто украшение, да, скажем так, к этому всему, а не какую-то вот... Один из цветков в этом венке. Повод для чего-то, да, для выяснения каких-то отношений. Спасибо вам большое, успехов вам 24 числа, большого вам праздника, наплыва людей, и пусть все вас влюбляются, как я сегодня в студии, вот просто влюблена в вас. Большое вам спасибо, и глядачам мы також дякуємо за увагу, и багато приводів усміхнутись, святкувати, бути дуже щасливими і просто розповсюджувати мир, красу і гордість.
гармонію довкола себе. Якщо ви створите це у своєму особистому світі, то усім оточуючим просто не залишите вибору, лише жити у вашій красі та гармонії. Усього найкращого, будьте дуже щасливі, живіть довго. До наступних зустрічей!